Всем привет! Привет, мои дорогие подписчики, мои зайчатки и гости моего канала. Так, кстати, сам картина моя вон висит. Вот, время уже 3 часа, но я таки собралась идти гулять. Долго я думала, ну куда же пойти? Мы должны были сегодня с Женей встретиться и пойти гулять. Я нахожусь у мамы, вот, но нет, он уперся, пляж. А мне, честно говоря, вот сидеть на пляже мне не хочется. Просто тут какая-то, знаете, как пустая трата времени. Мне хочется походить, погулять, попутешествовать. Вот что-то вот такое вот меня вот куда-то там тянет все время. А ему вот хочется посидеть спокойно на пляже, чтобы его никто не трогал. Вот. И пока я думала, куда же мне пойти, я сначала думала пойти в торговый центр какой-нибудь погулять. Но у нас такая жарища, мне ехать не хочется, тем более в маске. Я вчера в маске поехала, я еле-еле доехала. Мне так было плохо, я не знаю, это ужас. И снять маску я не могла, потому что кругом было битком, были люди. Кто-то даже кашлял, я помню. И просто страшно, страшно снимать маску. И понимаешь, что тебе просто становится плохо, просто уже дышать нечем. Вот, поэтому куда-то там ехать я, конечно же, не поеду. Хотела, конечно, я поехать в один торговый центр вместе с вами, но нет, туда очень-очень далеко, это мне надо через весь город просто ехать. Там полгорода я вчера проехала, мне стало плохо, а это через весь город, я не смогу. Поэтому сегодня мы с вами пойдем гулять. И как вы думаете, куда? Мы пойдем с вами на фонтан, смотреть фонтан. Мы уже в прошлом году с вами там были, ну, наверное, у меня новые подписчики, я так думаю. И не все, наверное, там его видели или были. Ну, напишите в комментариях, я думаю. Вот, я собралась, снова распустила волосы, в эту маечку одела. Так, сейчас я покажу. А, шорты. Так, пока что я еще стою босиком. А сегодня я не буду одевать, наверное, свои кроссовки, потому что жарко. И, честно говоря, я не знаю почему, но у меня кроссовка на одной ноге онемевает пол пальца больших. Большой палец, половинка онемевает. Вот я вчера, я была в них, я заметила, позавчера, ну, дня 3-4, вот сколько я хожу, я вот замечаю, не знаю почему, а я замечаю, что одна нога у меня нормально лежит, а другая нога немножко сгибается, там палец при ходьбе, ну, блин, короче, не знаю я. Вот, я не менее, оно проходит, не знаю, не проходит. Вот утро сегодня наступило, полпальца до сих пор онемевшая. Вот палец как бы двигается, все, но вот так вот у меня вот одна сторона большого пальца, она онемевшая. Не знаю, наверное, из-за кроссовки все-таки зависит, поэтому сегодня я иду в босоножках. А, слава богу, я к маме взяла босоножки. Вот, пойду сегодня в них. Там нога хорошо застегивается, я думаю, все будет хорошо. Завтра, наверное, тоже придется идти в них гулять. Вот, все. Я выхожу, иду не спеша, все по дороге вам снимаю. Вот, да, кстати, сегодня еще заказ. Сегодня я должна получить заказ. Я сейчас думаю, забирать мне заказ или не забирать. С одной стороны, он мне пригодится. А с другой стороны, может быть, и не нужен. Нет, наверное, заберу. Нужно успеть еще заказ забрать и погулять нам с вами. Все, погнали! Музыка. Гуляем с вами. Вот где я уже, смотрите, какая красота. Через камеру это еще красивее смотрится. Все уже такое тут обросшее. Травкой. Цветочки. А здесь вот памятник строителям. Руслан. 42 по 43. Как красиво там смотрится. Обалденно.
клумбочка такая. С питонями, кстати. Прям на лестнице. Идем дальше. Парк. Уже доходим. Здесь мы были с вами в прошлом году по осени. Там газончик какой заросший. Красиво. Как будто перед дождем прям. Там гамон сидит. Нет, какая-то. Какая красота. Все зелененькое. Травушка. А тут уже постригли. Как коврик, смотрите. Как коврик. Какая красота. Тут елочки. Тут не очень травка, а идет какими-то листочками. Какая красота, смотрите. Дорожка такая уходящая, да. Там лошадки стоят. Там беленькие лошадки. А там вот детская площадка. Какая красота. Здесь так красиво. Тут уже газонная травка. Ивы плакучие. Обожаю их. Сейчас, короче, решил сначала за заказом пойти, а потом пойдем с вами на фонтан. Пройдемся этим же, наверное, путем обратно по этой дорожке. Жалко, конечно, что я не взяла альбом и карандаши, я бы сделала, рисовала бы сейчас, как раньше. Не знаю, может, завтра.